Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня будет опять матч тройной угрозы, трипл трейд матч! Сегодня сражаются Край Сатан от компании СБ, Келлер Дедсайзер от компании ТД и Альтер Хронос от той же ТД. Дело в том, что ни Блейзера Рагнарёка, ни Альтер Хроноса, ни Келлер Дедсайзера, ну да, получается он Келлер Дедсайзера, вот, ни Galaxy Z Трона, ребят от компании СБ не найти. Но что имеем, то имеем. Ну что ж, давайте заряжать пускалки, посмотрим, кто сегодня станет чемпионом. Край Сатан пошел. Да, почему соскочил? Альтер Хронос или Альтер Когнайт, или Когнайт Кокри и Киллер Дедсайзер. Ничего себе, Киллер Дедсайзер размазал Альтер Хроноса, а Край Сатан остановил Киллер Дедсайзера. Очень непредсказуемый был бой сейчас. Хорошо, следующий раунд, такой же интересный, очков считать не буду, сами считайте, кому интересно. Поехали дальше. Дедсайзер, Край Сатан и Альтер Хронос. А, Сатан, он же Сатон. Вау! Как улавировал, лавировал, да не вылавировал. Киллер Дедсайзер и проигрывает. А я еще пальцем остановил Край Сатана. Ну да, вот эти вот блейды, они слабоваты. Хотя Циско Карлайз, владелец Край Сатана, очень хорошо показан в мультике, но тем не менее... Блейд у него в реале слабый. Хотя, возможно, от таракана Томми он-то посильнее будет. Ну, кто знает. Поехали. Вау! 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 Отличный бой. Трипл трэч матч. Но вот Киллер Дедсайзер явно слабее. Хотя здесь почему-то проседает Альтер Хронос. Хотя у него наконечник от Спрайзена Реквиема. И от этого. Забыл слово. А чё за спрайзинг? В общем, суть в том, что поменяли мы режим на атаку у Альтер Хроноса. Возможно, сейчас будет дела поинтереснее обстоять. Поехали! Сатан! Хронос! Дедсайзер! У-ху! Альтер Хронос! Вы видели, что произошло, друзья? Вы даже не видели, наверное, что произошло. Я забыл, кто от кого. Тут вроде от Альтер Хроноса. Дело в том, что Альтер Хронос впился своей мощью Край Сатана. И потом бабах! И взрывной финиш. А потом подоспел Дедсайзер и уничтожил Альтер Хронос. Вот такие бывают битвы у нас в нашем бейс-стадионе. Ежедневно. Самый лучший контент. Подпишись, бро. Я так стараюсь. Пожалуйста. По 3 ролика в день. По выходным 5. Стримы по 3 часа. По конкурсу ежедневные. Общение в ВК. Все для вас. Вау! Ну да. Альтер Хронос из этой троицы, конечно, я думаю, самый слабоватый. Хотя, знаете, как происходит? На взрыв слабоват Альтер Хронос. А вот на выносливый слабоват Дедсайзер. Сейчас мы устроим еще бой, но Альтер Хронос я запущу немножко попозже. А первым поет у меня Сатан. Тик, тик. Погнали. Годится. Поехали. Сатан, Дедсайзер. Хронос завис. Слетел. И несмотря на то, что Альтер Хронос был запущен последним, он все равно проиграл в этом матче. Да, Хронос, конечно, мне нравится персонаж, мне нравится его концепт. У него очень интересный энергетический диск верхний. Но почему-то такова судьба, что он проигрывает всем подряд. Сатан! Дедсайзер! Хронос! Вы это видели, чуваки? Он прям... Я аж обалдел. А, ну да, мы смотрим бой. Альтер Хронос убивает с наших соревнований. Сатан. Сатан тормозит. Хорошо. Следующий раунд. Да. Ну вот, кстати, Киллер Дедсайзер и Край Сатан. У Киллер Дедсайзера очень неплохие шансы на победу. И все-таки нет, все-таки проигрывает Киллер Дедсайзер. Что ж, сейчас, наверное, будем запускать в последний раз, друзья. Поэтому подпишись на канал, поставь лайк. Ну, пожалуйста, бро, мне важна твоя поддержка. Цель 1 миллион. Вперед! Вот так вот! Дедсайзер нападает на Край Сатана, но шансов, конечно, у Дайгу очень маловато. Классный блейдер, но с волчками ему не везет. Все, друзья, все, на этом финиш. Подпишись, поставь лайк. Всем удачи, всем пока-пока.